11 августа в IT-лицее КФУ прошло торжественное закрытие летней олимпиадной школы по предметам физика, математика, информатика и химия. Основная цель мероприятия – подготовка Всероссийской олимпиаде школьников. Занятия проводились выдающимися педагогами. Мы очень рады тому, что объединилось. Мы объединили свои усилия, смогли пригласить вас, а вы показали то, на что вы способны. Вам было интересно. Вы с удовольствием изучали новые вещи. Вы дружили, вы играли, и на самом деле за вас можно только радоваться. И очень-очень приятно, что таких около 100 человек собралось у нас в нашем университете. В закрытии участники исполняли песни, а в конце получили заслуженные награды, дипломы и научную литературу. Кроме учебных занятий, в летней олимпиадной школе проходили интеллектуальные игры, творческие конкурсы, кинопросмотры и спортивные турниры. Аурелия Сташкова, Владислав Михневский, Универньюз.